Брестская крепость – неотъемлемая часть нашего старинного города. Кроме того, это большой и сложный объект. К сожалению, сегодня мы можем увидеть лишь только часть этого великого укрепления, история которого насчитывает не одно столетие. Чтобы сохранить такой уникальный памятник истории, и был разработан проект «Брест-2019». Сегодня там проводятся работы по инвентаризации. Они создадут основу работы с крепостью на долгие годы вперед. Таким образом, можно привлечь инвестиции для полной реставрации. В случае разворачивания этих инвестиционных проектов возникает просто лавинообразная потребность в документации. А. Современные чертежи. Б. Как это здание называлось, как оно строилось, когда строилось, под какие задачи. С. Это иконографика, все изображения этого здания, начиная от акварели и заканчивая фотографиями и чертежи исторические, в том числе не только общие чертежи, но и детали, наличники, допустим, там детали рам, ручки дверные. Вот. Где-то это сохранилось в архиве, где-то не сохранилось. Наша задача, грубо говоря, создать систему. Старинные фотографии очень необходимы для инвентаризации. Они специально закупаются в разных странах мира. В последнее время в большинстве в Германии. Уже родственники ветеранов, воевавших в цитадели, продают их. Такие исторические источники еще не изучали специалистами стран постсоветского пространства, поэтому сегодня они открывают миру новые тайны. Лавинообразно в последние годы пошел выброс на рынок, на интернет-аукционы, фотографий из немецких альбомов. Историки не привыкли работать с этими источниками, они ими зачастую пренебрегают, но вот те, которые начинают тщательно работать, те получают колоссальный объем информации не только по реконструкции боевых действий, но и по облику тех зданий, как они выглядели, скажем, на 41-й, на 42-й. Такие фото – огромное достояние для Бреста. На базе этой уникальной информации удалось установить не только полный перечень всех существовавших в крепости объектов, но и дополнительно выяснить, когда и с какой целью был построен тот или иной редут, люнет или каземат. Руководство проекта считает, что после реализации всего списка мероприятий эти снимки должны пополнить выставочные залы музеев города над Бугом.